Всем доброе утро. Девчонки, сегодня у нас 23 июня. Начинаю свой влог с того, что хочу протестировать новиночки из Фикса. Вот эту краску, я знаете, как подумала, хочу ее протестировать. Помыть голову с концентратом, да, тоже новинка. Вот этот. Помыть голову с концентратом и потом сделать маску для волос. Какими-нибудь маслами, может быть, густое масло из Фикса и добавить туда вот этой краски немного. Так сказать, вот чтобы освежить цвет. Вот я хочу так, раз она без аммиака, мне кажется, она в формате маски тоже должна круто работать. И протестируем с вами вот эту масочку-пленку. Тоже интересно. И посмотрим, сделаем что-нибудь интересное. У нас сегодня впервые за долгие дни прохладно. Погода, дождик идет, и поэтому мы остаемся дома. Не едем на рыбалку, на которую ездим уже практически каждый день, когда я дома, а не на работе. Вот, поэтому сегодня дома буду убираться. Уже начала. Сейчас покажу вам погоду нашу. Идет дождик. Пасмурно. Зато дома прохладно. Помыла, девчонки, голову с шампунем и бальзамом Рише. Кстати, пока не у меня в фаворитах. Кому нужно такое счастье, оставлю ссылочку под видео. И решила обогатить люксовый шампунь средством из Фикса. Ну и что могу сказать? Чудес как бы никаких не произошло. Сказать, что там вау, у меня руки перестали в волосах там застревать, да, когда моешь на кончиках, или они какие-то стали крутые. Нет, пока ничего не могу такого сказать. Я добавила и в шампунь, когда в руку наливала, и в бальзам. И не знаю, это такая текстура масляная. Маслянистая. Не знаю, сейчас буду делать с ним, когда краску-маску, вот тогда, я думаю, уже, в принципе, будет видно. Чтобы сделать масочку, нужно чуть-чуть волосы подсушить, поэтому я пока похожу в полотенце, а мы с вами протестируем вот эту маску серебристую, маску-пленку. Я, в принципе, люблю маски-пленки, запах у нее классный такой фруктовый, вот. Так что, надеюсь, и это меня не разочарует. Красиво. Если еще нанести ровным слоем, то вообще будет тоже инстаграмный такой вариант. Я надеюсь, что она вместе с кожей срываться не будет. Но даже если так, будет у нас своеобразный пилинг. Пахнет классно, мне прям нравится. Такой фруктики, цветочки. И как раз, когда маска высохнет, снимем ее с вами и сделаем маску-краску. Я люблю такие эксперименты, девчонки. И волосы последний раз я покрасила. Я, точнее, хотела оттонировать, потому что цвет был уже непонятно какой, краситься не хотелось. И я взяла свою любимую краску для бровей Studio, черную, и добавила ее немножко в маску для волос. И сделала маску. И так как у меня сразу все потемнело, держала я где-то такую маску 3 минуты и смыла. И вот результат. Равномерный цвет, красивый. За 3 минуты окрашивания он не смывается краской черной Studio с тату-эффектом для бровей. Да, я такая, я могу покраситься краской для бровей, это прям про меня. Так что, девчонки, кто ищет стойкую краску темную для волос, покупайте Studio Tattoo Effect для бровей. И будет вам счастье. Так, ну все, я буду ходить, пока она не высохнет, потому что то, что пишут тут про маски-пленки, это все ерунда. Сохнут они в основном все очень долго. И как высохнет, к вам вернусь. Девчонки, маска очень долго сохла. Ну просто очень, то тут где-то вот она у меня влажноватая. И не подцепиться даже. Так. Маски-пленки всегда надо снимать снизу вверх. Так. Снимается не больно, комфортно. А также практически даже менее травматично, как Планета Спа с икрой. В принципе, так же, да. Мне дискомфорта никакого не доставляет. Так. Ух. Так, по эффекту.
Ой, как круто! Мне нравится, девчонки. Лицо матированное, тон выровненный. Вообще нравится. Прям, я бы сказала, восторг. Поры суженные, светлые. Красота. Не, правда нравится. Очень здорово. Что-то у меня тут навеки еще осталось. Не подсохло. Здорово вообще, мне очень нравится. Похож на эффект от золотой пленки, но от нее я не видела таких суженных пор. А так похож прям на планету спа очень. Буду на смену держать эту масочку. Хочу теперь даже золотую попробовать. Мне очень понравилось. Она у нас тут очищение, осветление, сияние, выравнивание тона. Точно. Вот сияние не могу сказать, потому что кожа больше матированная, да? Очищение точно, осветление точно и выравнивание тона тоже абсолютно точно. Осветление прям, да, вижу. И поры сузились. Вообще здорово. И они чистые. Поэтому маской довольна, девчонки. Кто не пробовал, возьмите фикс на пробу. Вообще изумительно. Так, что мы сейчас с вами будем делать? Сейчас у нас будет крутой замес. Я взяла вот такую вот чашечку. Сюда я буду добавлять краску от Fito Cosmetic. Это у нас тон. Тон темный каштан. Я вчера уже туда заглянула. Она такой интересной текстуры. Какой-то желеобразный, что ли, такая вот темная, какая-то густая. Я не знаю, я добавлю, наверное, 2 столовых ложечки. 2 столовых ложечки густого масла для волос, тоже от Fito Cosmetic, перцовое у меня. Я люблю любое. И добавлю сюда, девчонки, вот этот концентрат. Жидкий шелк, гладкость и блеск. Вот такие вот 3 ингредиента. И буду наносить все это на волосы, наверное, под шапочку, на часочек. И посмотрим, что получится. Выливаю первым делом концентрат, чтобы показать вам вообще, как он выглядит. Это такое густое масло сыворотка. Вот видите, слегка желтоватого цвета. Так, теперь погнали. 2 столовых ложечки густого маслица. Блин, оно такое вот по консистенции классно, как крем, хочется прям ам. И пахнет оно супер. 2 столовых ложечки добавляю. Так. И теперь 2 столовых ложки краски. Ух, экспериментатор я великий. Как желе. Это получается где-то полбанки краски. Мне еще на один замес хватит. Или как самостоятельный продукт используем. Так, и знаете еще, что хочу капнуть сюда немножко маслица для волос от Рише. Оно невозможно крутое, круто восстанавливает волосы. Я прям так... Сейчас 2 нажатия, потому что оно вообще у нас перед помывкой используется. Так как я использую после помывки, то я добавлю прям совсем немножечко. Ну, цвет такой прикольный получается на выходе. Темный, действительно темно-каштановый. Благородный такой оттеночек. Как следует все перемешиваю до однородной консистенции. А то прокрасится неравномерно. Даже вилочку взяла. Сейчас взобью. И будем с вами наносить на волосы. Я приготовила перчатки, естественно. Ну и начинаем наносить. У меня сейчас волосы и так темно-каштановые, в принципе. Но немножко отросли корни. И можно было бы освежить цвет, так как я на работе волосы мою по 3-4 раза в сутки. Ну, это необходимость такая, да? Цвет быстро смывается, но благодаря тому, что я красила краской с эффектом татуажа для бровей, он у меня не так быстро смывается. Мне хотелось бы просто немножко поинтенсивнее прокрасить. На камеру зеленым смотрится, да? Нет, он не зеленый, девчонки. Нормального каштанового цвета. Я прям по проборчикам сейчас буду наносить. Я даже маски питательные так стараюсь наносить, потому что так они гораздо круче работают. У нас с вами получается краска, маска, бальзам. Ну, сейчас все нанесу и к вам вернусь. Ну, все, нанесла. Вроде такая консистенция получилась классная. Волосики прям вообще хорошенькие. Посмотрим, что будет, когда смоем. Аммиаком она вообще не пахнет. Хотя в распаковке Fix Price я вам говорила, что я чувствую здесь запах аммиака. Когда наносишь на волосы, нет вообще никакого запаха. Мне кажется, нет, есть чуть-чуть запах аммиака, хотя написано, что она без него. Но не чувствуется совершенно. Я одеваю
шапочку. Иди сюда. Полотенце даже, наверное, не буду одевать, а то я его зафаршмачу. Оттенок темный. Вот так. Ну и все. Будем ждать результат. Я тут решила параллельно еще бровки подкрасить, раз уж пошел такой замес. Я купила, девчонки, коричневую краску Studio, но без эффекта татуажа. Не могу я найти с эффектом татуажа в наших магазинах. Вообще обыскала практически все. Коричневую я имею в виду. Черная это есть, а коричневой нет. Мне сейчас не хочется совсем черные. Здесь у нас краска. Окислитель. Немножко подкрасим бровки сейчас. Слушайте, надо было попробовать покрасить брови вот этой краской. Но я уже замешала. Я уже замешала, поэтому это в следующий раз обязательно попробую подкрасить брови краской Fit Cosmetic. Интересно, что получится. А в комплекте с коричневой краской, почему-то кисточка вот такая. В комплекте с черной татуаж, там кисточка такая тоненькая, удобная. Я ее где-то оставляла, она у меня должна была остаться. Сейчас немножко вот так прокрашу, освежить, и все. Ну все, намазюкалась. Короче говоря, ходим час, и я к вам возвращаюсь. Ну что, я смываюсь. У меня тут вот такая красота. Ну и посмотрим, что получилось. Ну что, девчонки, смыла краску, и что хочу сказать, краску-маску, что и волосы в хорошем состоянии, цвет получился прям вот отличный, равномерный, действительно каштановый, с красивым отливом, мне очень понравилось. И что интересно, даже в такой консистенции, да, замешанной, все равно закрашена седина. Вот у меня виски седые, и здесь голова седая, и все закрасилось вообще идеально. То есть, если наносить вообще эту краску как самостоятельный продукт, то я думаю, результат будет вообще еще круче. Но куда круче, не знаю. Вот, сейчас камера передает вам достоверно цвет и состояние волос отличное. Поэтому, девчонки, пока, наверное, я останавливаю свой выбор на краске Fit Cosmetic. И чтобы волосы свои не добить и отрастить, буду пользоваться ей. Волосики блестят. Классно. И буду вот в таком формате замешивать и делать как масочку такую питательную для волос. И заодно параллельно окрашивать. Посмотрим, сколько будет держаться. Завтра на работе буду 3 раза мыть голову, поэтому посмотрю, останется ли краска на месте. Но так очень понравилось. И брови вот я красила, тоже все нормально. Сейчас, кстати, девчонки, записалась уже на татуаж бровей. Через 2 недельки поеду. И обязательно вам тоже покажу, может быть, удастся снять процесс, потому что мне надоело их подкрашивать, надоело их красить. Давно хочу татуаж, созрела, пойду. По тебе скучаю, от тебя письма не получаю. Девчонки, в продолжении своего влога. Сейчас пойду в Wildberries, заказала там покрывало себе, причем очень бюджетное, по-моему, за 600 с чем-то рублей, вот уже пришло. Минут 20 мне надо подождать только до открытия. Вот в таком виде я еду с работы, даже страшно очки вам снимать, у меня здесь еще остались шрамы от респиратора, волосы мокрые. Вчера дочери прислала фотографию свою на работе вечером, она даже заплакала. Ну ладно, это все мелочи. Сегодня иду, девчонки, на день рождения к своей подружке. Сейчас покажу вам, что купила. А купила я ей вот такую массажную подушку. У меня такая есть. И я знаю, что она давно ее хочет. Это такая крутая вещь еще с инфракрасным излучением, которая вообще разминает лучше, чем массажист, на мой взгляд. Потому что я ходила к массажисту, купила упаковочную бумагу. Сейчас все красиво приду. Упакую, посплю, и мы пойдем на природу. По поводу вот этой вот подушки, девчонки, это чудо. Они сейчас по 1000 рублей. 1000 рублей на Алиэкспресс, на Wildberries 1000 с чем-то, на Озоне. Везде они есть. Я в свое время покупала ее за 3500 в Эльдорадо. У меня, кстати, на канале где-то в самом низу есть обзор на эту подушку. Я ее подробно показывала, рассказывала. Она, кстати, еще работает от прикуривателя. Она может быть как автомобильной. Ее можно прикреплять к спинке. В общем, девчонки, это рай. Вот кто особенно страдает хондрозом, у кого болит спина,
Вот эта подушка просто незаменимая вещь. Вы за 1000 рублей себе купили подушку, и вы радуетесь, делаете курсами массаж. Просто я знаю, что она ее хочет давно, и берет, у нее бывают обострения хондроза шейного отдела. Она берет у меня эту подушку, после первой процедуры ей помогает. У кого головокружение, у кого, в общем, плохое кровоснабжение шейного отдела позвоночника, да, и плохо кровь из-за этого поступает в мозг, из-за этого перепады давления, из-за этого... головокружение. В общем, вот эту подушку, девчонки, я вам очень советую. Она так и называется, массажная подушка. Есть она везде и кругом, и сейчас они уже стоят дешево. Я покупала, когда они только появились, поэтому обошлась она мне в 3500. Но это просто незаменимый мой помощник. Я и массажирую все отделы позвоночника. Сначала даже больно, потому что там вращаются довольно крупные такие, наверное, из твердого пластика штучки. Ну, в общем, кому интересно, я постараюсь найти обзор на эту подушку, чтобы вы хотя бы понимали, что это такое, да, и прикреплю в инфобоксе, тогда посмотрите. Потому что все, кто пробовал помассажироваться такой подушкой, все просто в полном восторге. Если у вас муж водитель, дальнобойщик, там, ну, ему купите машину, чтобы он периодически... Ну, вообще, я в машине не пробовала. Мне кажется, это будет отвлекать от езды. Не знаю, как в машине, но дома я периодически курсами проделываю, потому что спина у меня болит, у меня перелом позвоночника. И вот это просто спасение. Спасение для шеи, и для поясницы, и для всего. Вещи офигенные. И живот ей можно тоже, кстати, массажировать, как антицеллюлитный массаж, и ноги, и так далее. И ступни я ребенку массажирую. Знаете, как круто. Она еще нагревается. Вообще супер. Ну все, сейчас я подожду еще минуточек. 15, да, осталось. 10 до открытия Wildberries. Пойду заберу покрывалка и покажу вам. Я надеюсь, что оно мои ожидания оправдает. Потому что прям было совсем дешево, но мне нужен был определенный размер и определенная расцветка. Я нашла вот за 600 чем-то рублей. Забрала покрывало. Оно такое оказалось легкое. Ну, в принципе, я отзывы читала, да, оно легкое. Вот такое вот тоненькая. И вот сама расцветочка. Здесь у нас получается города. У меня, кстати, обои такие же на одной стене. Возле кровати города, Лондон и лилии, по-моему. Я постелю, вам обязательно покажу. Оно двухстороннее. С другой стороны, мне кажется, оно было бежевым, насколько я помню. В общем, ладно, я сейчас не буду его доставать. Приеду домой, постелю и вам покажу. Постелила, девчонки, покрывало. Мне очень понравилось. И вообще оно мне по размеру идеально подошло. То есть прям вот супер-пупер. Вот у меня тут одна стена с такими обоями, да? Как раз тоже тематика схожая. Красивая, действительно очень красивая. И с размером я угадала, вообще супер. Оно такое тоненькое. И не как двустороннее, я думала, я двустороннее все-таки другое смотрела. Оно на другой стороне все то же самое. Оно прям тонюсенькое, то есть тут вот эти два слоя, видимо, и все. То есть между ними нет прокладки, оно как будто, да, простегано, но это, я не знаю, не прошито, а вот проклеено, по-моему, это называется, да. И оно не скользит, оно вообще не скользит, что тоже круто, потому что они на сайте кажутся на фотографиях такими, знаете, как сатиновыми. Но на самом деле вообще не скользит. Из такого материала, который не скользит, и на нем приятно, на самом деле приятно сидеть. Прям. Поэтому я покрывалкой довольна на все 100%. За 600 рублей такую красоту рвала. Сгоняли на почту, девчонки. Сегодня мне пришла посылочка Бихадо. Не думала, что так быстро придет. На самом деле, прям очень быстро. По-моему, за 4 дня, да. У меня уже был обзор на Бихадо гели. Это те гели, которыми я спаслась от ожога, от очень сильного ожога на ноге. Вот, я писала вам пост в Инстаграм про них. Неудобно, как одной рукой-то вскрывать. Вот, сейчас у них вышла новинка. Гель алоэ, еще и обогащенный кислородным комплексом. Практически фаберлик, девчонки. Так, и я не могла, конечно, не заказать, потому что сейчас на лето вообще эти гели просто актуальны, как никогда. Кремом уже не помажешься особенно. А вот этими гелями я прям выхожу из душа и на все тело. Так, как все запаковано добротно-то. Так, девчонки, сейчас я... Нет, получается. Пока одной рукой получается. Я подписана на Бихадо в Инстаграм, и я как увидела, что у них новиночка, мне прям безумно захотелось протестить. Вот она баночка. Здесь 98% геля алоэ вера. Так, подходит для любой кожи, я так понимаю. И смотрите, что здесь у нас. Гель алоэ вера гелю 2 с О2. Увлажняющий гель для лица и тела с экстрактом алоэ и кислородным комплексом. Увлажняющий гель, обогащенный кислородом, является универсальным средством, идеально подходит для ежедневного ухода за лицом и телом. Повышает тонус кожи, улучшает кровообращение, стимулирует обмен веществ, дыхание клеток, т.т.т.т. В общем, вы все видите сами. Нет ощущения действительно липкости, нет пробенов красителей, как тонизирующее средство, как увлажняющий крем или маску. Я даже пробовала, девчонки, эти гели как маску для волос использовать, они тоже круто работают на самом деле.
как увлажняющая база для макияжа, крем после бритья. Вот это да, успокаивает, да. И как я ожог вылечила, девчонки, я вообще, я просто в шоке. Я мазала за 1500 всякими средствами из аптеки, мне кипящее масло на ногу попало зимой. И я не испытывала никакого облегчения, и мне не было лучше. Я уже решила, ну, гели заявлены как заживляющие, тем более алоэ вера. Нанесла на ночь плотным слоем гель алоэ вера, и с утра, девчонки, у меня, я не знаю, как будто неделя прошла. Рана прям стягиваться начала по краям. У меня такой шок на самом деле был. Так что вот эти гели я теперь, да, после бритья использую всегда. Если у кого-то раздражение после бритья или депиляции, вот это вообще верное средство. Как маска для волос, да, я делала. Состав, смотрите, вода дистиллированная, экстракт листьев алоэ, гель алоэ, эксклюзивный кислородный комплекс, пропиленгликоль, карбамер, что-то вот еще, PX40, касторовое масло, отдушка. До сентября 2022 года. Так, ну и давайте вскроем. Сейчас я вскрою, одной рукой здесь уже не обойдусь, покажу вам. Вот что из себя представляет баночка. Здесь сверху ложечка и еще есть крышечка. Если те гели, они были такие, один с каким-то желтым, да, отливом, другой с зеленым, другие, этот уже белесый такой, практически прозрачный гель. Запах очень приятный. Там есть отдушка, да, и она приятная. Я прям сейчас хочу, девчонки, нанести на лицо. Вообще, на самом деле, чтобы не лазить в баночку постоянно рукой, потому что геля здесь много, и расход у него будет, ну, небольшой, конечно, ложка – это актуально. Я пока с крышечки, и мне очень хочется нанести на лицо. Я вот сегодня, когда из душа как раз выходила, мазалась другим гелем. Душечка приятная такая. И для тех, у кого жирная кожа, девчонки, это тоже находка. Для тех, кто обгорает на солнце, просто моментально практически снимает красноту. И все воспаления. Для тех, у кого прыщики на теле есть, да, вот, допустим, я сейчас работаю в СИЗах, и у нас у многих на теле, естественно, появляются прыщики, да, потому что по 4 часа мы в грязной зоне, мы там жутко потеем, и вот это вот средство, оно как никогда актуально. То есть ранозаживляющий эффект просто потрясающий. Вообще, я всегда была в диком восторге от этих гелей, и я думаю, новинка это тоже меня не разочарует. Здорово. Так, у меня тут зеркальце есть. Он моментально практически впитывается, не оставляет никакой липкости, вообще классный. Обожаю эти гели. Кто не пробовал, девчонки, они прям бюджетные. Есть, если я не ошибаюсь, на Wildberries, на Озон. Где еще? For Fresh, не знаю. Ну, в общем, вот в таких вот интернет-магазинах эти гели есть. И стоят они что-то рублей 300-300 с копейками. Я вам все ссылочки полезные на сайт Бихадо оставлю. Под видео проходите, смотрите. Ну все, девчонки, на такой вот ноте буду заканчивать свой влог. Надеюсь, что он был вам интересен и полезен. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.